На прошлой неделе на заседании Президиума Российской Академии Наук было принято решение создать сеть своих представительств в нескольких субъектах Федерации. В числе выбранных регионов оказалась и Ульяновская область. Создание подобной организации губернатор Сергей Морозов обсудил вместе с представителями правительства и вузов. Сейчас прорабатывается вопрос о размещении представительства. С одной стороны, все научные базы исследования, то, чем мы можем гордиться, это будет более, наверное, теперь правильно подано в Российскую Академию Наук и будут определяться наиболее приоритетные наши исследования, какие можно сегодня применять на уровне всей Российской Федерации или поддерживать. И в то же время, скорее всего, Российская Академия Наук подставит перед регионом задачу, какие, значит, скажем так, исследования российского мирового масштаба можно будет реализовать на территории Ульяновской области. Главный вопрос, который сейчас стоит перед ульяновскими вузами – определить наиболее интересные исследования. Касаются они в основном информационных технологий, энергетики и биотехнологий. В нашем университете прежде всего это исследования, которые связаны с информационными технологиями, в том числе с компьютер-сайенс как с фундаментальной дисциплиной. Это те направления, которые непосредственно связаны с машиностроением, это направления, которые связаны с теплотехникой, и это в том числе и гуманитарные исследования. Мы понимаем, что работа должна перейти просто на совершенно другой, качественно другой уровень. Это уже системная работа по самым актуальным направлениям науки и техники и фундаментальной науки. Поэтому для нас, конечно, это актуально. Сотрудничество с Российской Академией Наук позволит Ульяновску развивать фундаментальные и поисковые исследования, а что немаловажно, привлечь к работе все научно-производственные объединения, существующие на базе предприятий. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.